Александра, добрый вечер. Очень сложно, конечно, до вас дозвониться. Так, ну что, давайте обсудим наше предложение. Ну, давайте. Алло, секунду, я перезвоню вам буквально через 20 минут. Вы свободны с 25 декабря по 5 января. Ну, главное, чтобы были свободны ваши работы. Давайте начнем. Для чего свободно? Что свободно? О чем мы говорим? Вы помните мое сообщение? Я вам прислала сообщение, развернутое, с презентацией. Я читала ваше сообщение. Вы можете мне, как человек, рассказать, что вы хотите? Так, ну хорошо. Меня зовут Александра Полоник. Я куратор крупнейшей выставки в Москве. И хотела предложить вам в ней принять участие. Почему именно меня вы хотите позвать? Ну, я видела ваши работы на выпускном экзамене в Британке. Секундочку. Алло, да-да-да-да. Занята немножечко. Что? Да, перезвоню. Так, я видела ваши работы в Британке, мне показались они интересными. Я бы хотела видеть их среди работ, представленных на нашей выставке. Она называется «Двойные параллели». Если бы вы внимательно читали, наверное, какие фамилии, что, как называется? «Двойные параллели». А, «Двойные параллели». Да. Ну, как? А кто еще будет? Там будет целый ряд молодых художников. Я их выбирала лично, пока не могу огласить список, но это достойные люди. Что для вас достойные люди? Много достойных людей, вы знаете? Достаточно. В целом, это те люди, которые представляют из себя какую-то личность, обладают неким даром, дарованием, талантом. Моим авторитетом уже достаточно давно пользуется наш зал и, в общем-то, считает мой выбор авторитетом. Ага. Ладно. Не так важно, это все-таки ваша выставка. Да. Ответьте, алло, ответьте. Да. Все верно. Хорошо, спасибо. Говорю, звонит час назад, тогда было бы меньше, конечно, звонков, но слава богу, что я до вас вообще хотя бы дозвонилась. Так что скажете? Вы точно хотите меня видеть на вашей выставке? Я же вам звоню, я вам высылала предложение. Значит, меня заинтересовали именно ваши работы. Это очень приятно. Ну что ж, я рада, что вам приятно. Будет еще приятнее, еще радостнее, если мы с вами поработаем. Давайте не будем отвлекаться. Александр, с 25 декабря по 5 января. Ваши работы. Алло, да, 25-го. Да, все верно. Ну, Швыдкой будет, да. Свиблова будет. Шемякин обещали приехать с женой, да. Хорошо. Окей, да, созвонимся чуть попозже. Спасибо. Да, ну что? Что? Очень интересное предложение, но такой вот у меня к вам вопрос. А ради чего вы вообще это все делаете? Ну вот какая сверхзадача у этого мероприятия? Ну, я...
Скажем так, я хочу открыть новые имена и дать им дорогу, и хочу дать возможность молодым художникам, талантливым, на мой взгляд, сказать какое-то новое слово в искусстве. Я люблю современное искусство и считаю, что новые имена нужны, новые работы нужны. Собственно, мне понравились ваши работы, и я бы хотела, чтобы они были среди представленных художников на этой выставке. Вы рисовали когда-нибудь? Да. Интересно. А почему сами не рисуете? А к чему этот вопрос? Я перезвоню. Да, почему вы задаете этот вопрос? Мне интересно. Почему я сама не рисую? Ну, так случилось. Ладно. Ну, так что, вы будете принимать участие в выставке? 25-го. Когда еще раз? Декабря. 25 декабря. Начало. Да, до 5 января. Такой, скажем, новогодний подарок. Вам грустно? Нет, с чего вы взяли. Мне не грустно. Я все-таки художник, я вижу людей. Я не буду участвовать в вашей выставке. Почему? Почему? Я думаю, этого не надо. Почему? Я думаю, что вы сами должны рисовать. Ладно, у вас много дел. Всего доброго. Успехов вам. Да. Да отстаньте вы уже от меня, в конце концов.